Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор покупок из фикс-прайса. Февраль 2020 год. И давайте посмотрим, что же я купила. У меня два мешка, вот этот вот и вот тут рядышком. Начнем с самого легкого. Здесь я купила... Оно на этом там показано. Игровой набор, вот такой вот, как раз это с формочками, как же называется-то, не знаю, короче, как она называется, типа мясорубочки такой детской маленькой, на нее нажимаешь и из нее вот вылазит разные штучки, короче, ну что-то такое вот необычненькое, много здесь должно быть формочек, наверное, не знаю, стоила она 199 рублей, на нее будет отдельный обзор на нее будет, мы с вами посмотрим, как она работает, легко это для ребенка это будет или сложнее, или все-таки ребенок с родителем должен будет все это делать, сможет ли он один, то есть на нее нажимать, вот, мне, например, это интересно. Какие формочки, чё, как там. Вот, поставим ее сюда. Также такой вот набор врача. На самом деле их тоже там было два. Они различались там чем-то. Но я взяла вот самый оптимальный такой. Самый, наверное, интересный, ходовой. Второй там вот другой. Я не помню, что там уже было. Ну, тут как раз есть все, и укол, и молоточек, и грелка, и какой-то маленький планшетик, что ли, я не знаю. Вот. Стоил он тоже 199 рублей. Вот. Так он не стоит у меня. Положен. Ну, и также тесто для лепки, вот, для этой как раз я купила 4 цвета. Они по цветам, кстати, там различаются. Стоила она 77 рублей. Есть там, здесь у меня красный, синий, зеленый, желтый. Есть оранжевый, фиолетовый, темно-зеленый, что ли. Ну, короче, что-то вот такое. То есть смотрите обязательно внутри, какие там, потому что, по-моему, даже они тут написано одно, а там другое. То есть будьте внимательны. Всего 4 цвета. Вот. На нее, кстати, на этот тесто тоже будет отдельный обзор. И у нас второй мешочек, где у меня уже набрато по какой-то маленькой мелочи. Вот. Вот такие вот палочки ватные. В нашем магазине что-то у нас... На какое-то время перестали их продавать. Я долго бегала, нету. И потом в другом магазине, в другом городе я уже их нашла. Купила сразу 2. Ну, блин, они всегда нужны. Я не думаю, что с ними что-то произойдет. Но у нас они быстро не уходят. Они довольно медленные. Где-то такой пачки на целый год, наверное, хватает. Вот. Но пускай будут. Так. Также купила суфле воздушное, пухлый кролик. Это на обзор. У нас обзор сравнения будет. Вот они есть со вкусом мороженого. И есть у меня со вкусом клубнички. Их 2, я буду, наверное, сразу 2 делать. Вот, сразу сравним, какие же лучше. Стоили они там... Мне не помню. Дешево. Так, также я купила себе вот такие вот штучки. Это аккумулятор холода. Я уже одну такую покупала ананасиком, наверное, вы помните. А на нее я делала обзор. Мне, честно говоря, очень понравилось. Один раз сложилась такая ситуация, что я проснулась ночью, и у меня сильно болела голова. А обезболивающего у меня не было. Я пошла, взяла тряпочку, взяла из морозилки, достала такой аккумулятор холода. Через тряпочку положила на лоб.
И мне так сразу полегчало, так хорошо. Я думаю, слава богу, что она у меня есть. Ну, что бы я положила из холодильника? Ягоду? Или творог замороженный? Или мясо замороженное? А если ребенок ударится, что вы будете класть? Лед, он растает. Также там мясо замороженное. На, малыш, подержи. Или творог замороженный. А это отдельно аккумулятор холода. Вы знаете, что это у вас, что он у вас есть. Я купила себе второй. Я себе заберу апельсинку и одну оставлю маме. Потому что мой малыш ездит к маме, вот так, не дай бог, он ударится, хотя бы приложить, чтобы у нее он был. Вот, стоили они 55 рублей. Ну и, конечно, я хочу, чтобы у меня было два, потому что один я могу вынуть и забыть положить. Вдруг у меня тоже уже такая была ситуация, забыла положить и срочно понадобился, а он лежал на столе, то есть не в морозилке. Чтоб там лежал на всякий случай другой. Также я купила напиток кофейный, 3 в одном, 10 пакетиков, карамельный. Есть обычный, красненький он, а есть карамельный. А на него, по-моему, да, на них тоже был обзор, уже был. Я оставлю в конечной заставке. А, блин, вот знаете, карамельный мне прям понравился, он просто обалденный. Он такой вкусный, вот, блин, прям классный. Кстати, у нас что... Кофейный или капучино, а просто кофейный. Все-таки кофейный просто. Но напоминает какой-то капучино, какое-то такое прям вообще. Хочется его пить и пить и пить. Вот. Но здесь присутствуют Е-добавки, поэтому меня это останавливает. Но изредка хочется попить. Это классно. Не знаю, мне очень нравится. Так, также я купила никотиновую кислоту для волос, она стоила 77 рублей, но на сайте, в группе ВКонтакте девчонки сказали, что она 50 стоит. Может, у кого-то 50, не знаю, у нас 77 оказалось на кассе. Вот я. А в магазине, кстати, я ее уже тоже видела, она как раз против выпадения волос, укрепляет, да, корни, рост волос, восстанавливает. У меня как раз сейчас начали, ну, уже давно выпадают волосы после родов. Поэтому, не знаю, я вот ее тоже хочу попробовать. Сейчас я пью уже лекарство. А когда лекарство допью, может быть, попробую ее. Или, может быть, все вместе. Не знаю, отдельный обзор делать. Не знаю, есть смысл. Напишите в комментариях, есть он вообще. Если надо, я сделаю. Также я купила развивающую головоломку. За ней мне пришлось погоняться. В нашем городе нету. Купила в другом городе, но потом я узнала, что их бывает, оказывается, два вида. Вот у меня ракета цветочек. Вот, ну, я не знаю, где тут должно быть подписано. А есть еще другая, но в нашем городе, к сожалению, нету. Вот, они, не знаю, либо они закончились, либо не было привоза. Вот, на нее тоже будет отдельный обзор. Ждите. Так, также купила пюрешку, ее все хвалят в интернете, что очень вкусная. Я думаю, я долго проходила мимо, сомневалась, потому что бывает такое, что пюре, ну, вроде пюре картофельное, но оно не настолько вкусное, какая-то гадость. Вот роллтона, вот пюре картофельное, они какие-то не такие все равно. Я думала, что, наверное, и это точно такая же. Ну, смысл брать. Ну, думаю, ладно, попробую, возьму. Ну, может, действительно вкусно, тоже будет на него отдельный обзор. Будем с вами пробовать. Вот. И последнее, это у нас такая, учимся рисовать машины. У меня сыночка, поэтому у нас машинки. Вот здесь прозрачные листочки. Вот так видно вам, не знаю. Листочек вот прозрачный, то есть переводишь. А в виде рисунок, даже задание маленькое. Вот, а с той стороны, наверное, рисунок. Вот у нас с той стороны машинка. Я думаю, сыну будет интересно.
Вот здесь есть, естественно, разные, есть учимся писать, 100 развивающих заданий для малыша. Не знаю, какие еще были там, наверное, меньше их было, скорее всего. Вот. Но у моего сына уже очень много таких книжек из фикс-прайса, поэтому нам, наверное, пока хватит. Вот. Такие вот большие машинки. Это и раскрасить можно, и перевести, и переводить снова, и снова, и снова. Также подставить листочек и просто взять, перевести. Вот, два мешка вроде бы, да, а покупок все равно маловато получилось. Вот такой вот у меня обзор. Уже покупок, мне кажется, с каждым разом я делаю обзор, и с каждым разом становится все меньше, меньше, меньше. Там остаются какие-то игрушки, а какие-то там вещи уже, не знаю, у меня уже всего много просто. Все есть. Иногда думаешь, ну что же еще на фикс-прайс сейчас придумают? Ну что же он придумает такое интересное, чего у меня нету? И приходишь в магазин, и опять у меня все это уже есть. Там лишнего, какие-то вазочки, там куча. Ну, не знаю, мне это не надо. У меня есть свои вазы, мне достаточно. Вот. В принципе, на сегодня это все. Большое спасибо, что вы меня смотрите. Я очень рада этому. Вот, также пишите комментарии обязательно. За них тоже большое спасибо. У вас очень хорошие комментарии. Подписывайтесь, я буду очень благодарна и признательна за каждого подписчика. Колокольчик не забывайте, потому что у нас будет очень-очень много обзоров, не только из фикс-прайса, из других магазинов. Их будет просто очень много. Их, в принципе, и до этого, вот, до Нового года тоже было прям очень много. Есть отдельный плейлист, где обзор продуктов, и отдельный плейлист, где обзоры из магазина фикс-прайса. Их два плейлиста. Посмотрите, может быть, что-то вы найдете такое, что вам бы хотелось сначала посмотреть обзор, а потом купить. Узнать, вообще это вкусно или нет. Потому что, честно, за столько уже времени, за последние, наверное, сколько я уже, года два, да, где-то два года моему каналу было. За последние два года я узнала, что производители очень часто обманывают нас. То есть на упаковке нарисована одно, допустим, одна шоколадка, а там открываешь, а там совершенно другая может быть. Абсолютно другая. И, честно, шок. Там были с печеньками, точно так же было, тут одни. Открываешь, а там какие-то они корявые, какие-то там вообще такие. И думаешь, боже, слава богу, я это не подарила. Потому что подаришь человеку, человек там, о, какая вкуснятина, открывает, а тут шок. Что это вообще такое? Вот, вот именно вот для этого я делаю обзоры, чтобы узнать, что находится внутри упаковки, стоит это покупать, не стоит. И, естественно, для вас, мои дорогие подписчики. И те, конечно, которые просто меня смотрят. Ладно, всем спасибо. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.